Последний день гонки Дакар. Мы покидаем Ла Серена, большой, красивый и, наконец-то, зеленый город, потому что пустыня уже вода стала. И едем в сторону Вальпараиса. Вальпараиса – это порт Сантьяго. Сантьяго – это столица Чили. Нам 420 километров. Приезжаем, и сегодня будет подиум и награждение. Должны успеть. Роман Дрескиндов финишировал Дакар. Мы его ждем. Финишировал он где-то вот просто за этим холмом. Мы остановились на дороге. Сейчас он должен подъехать, мы его поздравим. Вы знаете, неважно даже для многих пилотов, на каком месте они финишировали. В первый день среди автомобилей стартовало 154 машины. А сегодня, в последний день, на финиш вышло всего лишь 63. Это значит, что почти 100 автомобилей не смогли доехать. Они просто сломались. Дакар сам по себе – это величайшая, самая большая автогонка в мире. Есть, конечно, Формула-1, но Формула-1 – это серия гонок. Если брать отдельно взятую гонку, то ничего круче, чем Дакар, нету. И неважно, выиграл ты, не выиграл. Очень важно хотя бы доехать до финиша, потому что это значит, что ты две недели преодолевал себя, боролся с трудностями техническими и различными другими. Мы рады. Ждем Ромку. Не нас! Петранцель проехал. А это наш был Васильев. Вылезай. Китайцы снова перевернули. Кто-то ушел прямо в обрыв. Люди отлично проводят время на спецучастке. Давайте уйдем с дороги. Костя неудачно долил в тормозухе, она попала на глушак и загорелась. И потом мы прямо финишировали, затолкали ее на финиш, и она загорелась еще на глазах у всех. На финише? А вы ее затолкали на финиш? Мы затолкали, потому что она, как это, она заглохла, соответственно, была. А сколько оставалось? Мы последние 30 километров ехали без сцепления. Нет, толкали столько ружей. Не-не, мы доехали до первых значков, остановились, потому что нужно останавливаться, заглушили машину, дальше мы, соответственно, ехать не можем, мы ее затолкали сквозь финиш. Смотрим, она горит. Мы бодро ее потушили и вытолкали дальше. Потом с помощью навыков неких завели, включили первую, вторую, третью, четвертую, пятую, доехали до чудо-механиков. И теперь надеюсь, что они все починят. Ну давай, потому что на подиум на тросе нехорошо заезжать. Не-не, мы точно совершенно сами заедем. Если надо, затолкаем на подиум. Да, теперь уже нет сомнений. Слушай, а что с КамАЗом? Не видел? Они в китайцы упорно? Они проиграли 9 минут и похоже на втором месте. Да ладно? Да. Ничего себе. По времени они на втором. Надо вот так, я думаю, сделать. Плохо. Не знаю. Ну ладно. Не знаю. Ну ты молодец. Да, мы старались. Поздравляю. Спасибо огромное, да. Осталось вот чуть-чуть. Рома финишировал, доехал до нас, до механиков. Сейчас смотрим, что у него за проблемы с сцеплением. Постараемся быстро починить, чтобы он смог доехать до подиума. Если нет, будем тащить на трассу. Романа не работает сцепление, мы его толкаем, он сразу включает пятую и начинает двигаться. А здесь платная дорога и очередь, и ему пришлось остановиться. Теперь сам тронуться он уже не может. Сейчас будем либо толкать его туда, либо зацепим тросом за техничку и потащим. Все местные постоянно подходят и выпрашивают либо кепку, либо футболку, либо что-то. Если нет, говорят, ну можно хотя бы сфотографироваться. Поехали.
здесь подъезжают машины и с них снимают все оборудование. С нас сняли прибор Триппи, по которому мы ездили все это время. Отойди, то тебя задавят. Вот. Ну, теперь мы свободны, ждем Романа, когда с него снимут все его навигационное оборудование. После этого поедем на подиум. Мы в закрытом парке, сейчас поедем на подиум. А здесь пока намывают победителей, чтобы на подиум они выехали чистенькие и блестящие. Артём, ну скажи, это первый Дакар? Нет, у меня это второй, но первый как бы так не состоялся, сколько мы там, дня три, по-моему, четыре проехали, да? У нас машина-то от Рубина подвела, сейчас вот сделали новую машину. Сами построили все, то есть не у иностранцев, а все собственными силами. Ну, вот она не подвела, она доехала. Вот ты ехал на продакшене, то есть это не какой-то монстр, а это обычная стандартная машина? Ну, собственно говоря, можно сказать, да. С изменениями, которые допускают ее участие в соревнованиях, скажем так. Ну и как ты вот проехал Дакар, все-таки сложная трасса, большой марафон, прям тяжело. Как вообще удалось, как прошел? На продакшене тяжело сделать, потому что надо найти некий такой баланс, да, чтобы машина не развалилась, доехала, да. Ну в идеале вообще, если она на финишной арке рассыпется, это в идеале, да. То есть да, надо так рассчитать. Ну, как у Ромы Брискиндова. А? Как у Ромы Брискиндова. Нет, не рассчитал, еще 10 километров ему ехать. То есть на продакшене, конечно, тяжелее, во-первых, то есть и стартуешь позже, да, и, соответственно, и едешь медленнее, и ложишься позже, мало сна. Вот в этом плане тяжелее. Так-то, собственно говоря, что на продакшене, что на супере, наверное, это... На продакшене комфортнее, но долго. На сон остается мало времени. Ну, ты доволен? Да, конечно, как бы доволен. Поздравляю. Не за что. Ой, не с чем пока.